Добрый день. Мы начинаем предметный космический урок из Музея ракетно-космической корпорации «Энергия». В первую очередь хочу отметить, что вокруг нас находятся спускаемые аппараты, те самые, которые возвращали наших космонавтов на Землю. Валентину Терешкову, первый экипаж Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова, аппарат Георгия Береговского и знаменитый аппарат Павла Беляева и Алексея Леонова с рукавом для выхода в открытый космос. Сотрудники РКК «Энергия» бережно сохраняют историю и создают современные пилотируемые аппараты, которые доставляют наших космонавтов на орбиту. На сегодняшнем уроке школьники из Жуковского, Москвы, Иркутска и Нижнего Новгорода напомнят нам физические основы радиосвязи. Эксперты расскажут о типах антенн и их особенностях. И мы пообщаемся с экипажем российского сегмента Международной космической станции, чтобы получить информацию о космической связи из первых рук. Школьники, участники нашего урока, чувствуют себя особенными, ведь далеко не всем удается пообщаться с экипажем на орбите. Итак, мы начинаем урок по теме антенны космической связи со знакомства площадок. Жуковский, вы нас слышите? Прием. Да, слышим. Добрый день всем участникам космического урока. Наша школа была открыта в 1992 году. В 1998-м стала называться лицеем имени выдающегося советского летчика, генерала-полковника авиации Михаила Михайловича Громова. Лицей входит в топ-500 лучших школ России и топ-100 лучших школ Подмосковья. В нашей школе были три космонавта – Сергей Рыжиков, Сергей Крикалев и Алексей Овчинин. К уроку готовы. Поехали! Спасибо большое, отличное достижение. Москва, как настроение у вас? Школа номер 1164 города Москвы на связи. Настроение отличное. Всех участников космического урока приветствуют учащиеся, выпускников которого является космонавт Николай Николаевич Рукавишников. В настоящее время в нашей школе открыты профильные классы технической направленности. Надеемся, что кому-то из нас удастся внести свой вклад в историю школы. Мы рады принять участие в космическом уроке. Большое спасибо. Нижний Новгород, как вы нас слышите? Добрый день, связь отлично. Вас приветствуют ученики Нижегородской школы номер 66, которая с 1968 года носит имя первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Каждый из нас гордится тем, что с первого класса и до выпускного вечера носит звание «Юный гагаринец». В 2008 году флаг нашей школы побывал на Международной космической станции. Мы очень рады, что сегодня сможем принять участие в космическом уроке. Поехали! Спасибо, Нижний Новгород. Рады знакомству. Иркутск, какова готовность к уроку? Есть ли задержка сигнала? Школьники Иркутска к уроку готовы. Задержки сигнала не ощущаем. Вас приветствуют ученики средней образовательной школы поселка Молодежный. На открытии школы в 2018 году лично приехал герой России, летчик-космонавт, иркутянин Анатолий Иванишин. Сегодня мы находимся в Иркутском парке «Патриот». С нетерпением ждем начала урока. Дотянемся до звезд вместе! Большое спасибо, Иркутск. Я напомню зрителям, что расстояние от Москвы до Иркутска составляет 4200 километров, а это в 10 раз больше, чем высота орбиты МКС. А сейчас позвольте представить наших экспертов. Это герой Российской Федерации, летчик-космонавт Олег Иванович Скрипочка. Добрый день. Я в свое время закончил в ИТУ Мнебаума по специальности ракетостроения, инженер-механик. Работал инженером корпорации «Энергия» в проектном отделе по разработке грузовых транспортных кораблей. 1997 года работал в отряде космонавтов. Посчастливилось совершить 3 космических полета, то есть на борту станции провел в общей сложности почти 1.5 года. Спасибо большое, Олег Иванович. И Артур Александрович Ржебеков, ведущий инженер-исследователь АО «Российские космические системы». Пожалуйста, вам слово. Добрый день. Антенны космической связи – моя специализация. Наша лаборатория в АО «Российские космические системы» занимается разработкой наземных антенн. Мой научный интерес – это антенны Фабри-Перо. Готов поделиться с вами своими знаниями. Большое спасибо, Артур Александрович. С нашими экспертами мы сможем глубоко погрузиться в теорию и практику космической связи, но это будет сложно сделать без основ.
А основа космической связи — это, конечно, теория генерации, приема и распространения электромагнитных волн. Думаю, здесь все вспомнили Джеймса Кларка Максвелла и Генриха Рудольфа Герца, которые теоретически и экспериментально доказали существование электромагнитных волн. Предлагаю вспомнить и нашего соотечественника Александра Степановича Попова, который первым смог передать сигнал на расстоянии. Дальнейшее развитие беспроводной связи шло стремительно, и сейчас принято выделять 6 видов электромагнитных волн. Напомнит о них подготовленный ребятами из Москвы материал. Мы предлагаем вашему вниманию тему диапазона электромагнитных волн. Изучение электромагнитных волн началось еще в конце 19 века. Сейчас мы не можем представить нашу жизнь без сотовых телефонов, пультов управления различными устройствами, компьютерной томографии и радиосвязи. Во всех перечисленных приборах используются волновые свойства электромагнитного излучения. Волна переносит энергию колебательного движения на большие расстояния. Известно, что энергия электромагнитной волны зависит от квадрата амплитуды напряженности электрического и магнитного полей. Чтобы сравнивать энергию волн, используют физическую величину, плотность потока энергии, которая определяется как мощность, проходящая через единичную площадку. Широкий диапазон свойств излучения определяется его главными характеристиками – длиной, периодом и частотой волны. Эти параметры связаны со скоростью волны и обратно пропорциональны друг другу. Чем больше длина волны, тем меньше частота, и наоборот. Наибольшее значение длин волн и частот излучения теоретически не ограничены. Естественное излучение, например, от молний или нагретых тел, имеет широкий спектр излучения. Человек может видеть в относительно узком диапазоне длин волн и частот. Современные приборы позволяют генерировать излучение с длиной волны от нескольких нанометров до километров. Важным моментом является зависимость длины волны от размера источника излучения. Ядра атомов и элементарные частицы излучают волны с частотами больше частот видимого диапазона, такие как ультрафиолетовое, рентгеновское и гамма-излучение. Электрические колебательные системы могут генерировать волны на резонансной частоте. Именно эти волны используются в обычной связи. Их различают по полосам частоты или длине волны. Например, высокие частоты — это короткие волны. Очень высокие частоты — это ультракороткие волны. Большинство современных радиостанций работает именно в ультракоротковолновом диапазоне на частотах около 100 МГц. Использование радиосвязи на Земле, изучение помех при радиосвязи на больших расстояниях, а также радиосигналов, приходящих к нам из далекого космоса, привело к рождению радиоастрономии. Современные ученые наблюдают за Вселенной, используя все диапазоны электромагнитных волн. Благодарим вас за внимание. Ребята из Москвы уделили больше внимания радиодиапазону, предполагая, что именно он используется для радиосвязи. Артур Александрович, а как выбирали диапазон для космической связи? Выбор диапазона частот для космической связи во многом определяется влиянием атмосферы на распространение радиоволн. Основными факторами, влияющими на распространение радиоволн в атмосфере, являются отражение от границы ионосферы, поглощение ионосферой, поглощение молекулами газа и атмосферных газов и воды, а также рассеяние и поглощение электромагнитных волн гидрометеорами. Количественная характеристика, определяющая прозрачность атмосферы, это погонное затухание. Она определяет снижение энергии электромагнитной волны при распространении ее в среде. Более точное определение – это снижение плотности потока мощности плоской электромагнитной волны при распространении ее в атмосфере на единицу расстояния. Погонное затухание зависит от частоты. Кроме того, следует также учитывать отдельно влияние отдельных слоев атмосферы. Влияние ионосферы достаточно существенно на относительно низких частотах. Ниже 10 МГц ионосфера непрозрачна для электромагнитного излучения. Электромагнитное излучение практически полностью отражается от ее границы. На более высоких частотах распространение электромагнитных волн в ионосфере возможно, однако в декаметровом, метровом и частично в дециметровом диапазоне затухание в ионосфере значительно. В диапазоне частот от 1 до 10 ГГц лежит окно прозрачности. В этом диапазоне влияние атмосферы на радиоизлучение практически минимально.
На более высоких частотах растет поглощение радиоволн парами воды и кислородом, а также рассеяние радиоволн гидрометеорами, частичками воды в твердом или жидком состоянии в виде дождя, снега, тумана и облаков. Помимо атмосферных факторов, одним из факторов, влияющим на выбор диапазона частот, является электромагнитная совместимость. Международный союз электросвязи определил следующие диапазоны космической связи. Это L-диапазон, S-диапазон, C-диапазон, X-диапазон, KU-диапазон и K-диапазон. Первые четыре диапазона освоены, последние два активно осваиваются. Также следует отметить, что с ростом несущей частоты растет пропускная способность радиолиний, но следует также учитывать, что растут и потери. Поэтому миллиметровые и субмиллиметровые диапазоны целесообразно использовать для связи между космическими аппаратами. Итак, излучение космической связи не отражается от границ ионосферы и не ослабевает в ней, не затрагивает максимум поглощения молекулами атмосферы Земли и минимально поглощается и рассеивается гидрометеорами. Это значит, что погода над городом Королёвым и космическая погода не повлияют на качество связи с экипажем МКС. Олег Иванович, а какие диапазоны будут использоваться для нашего сеанса? Ну, через спутниковый канал связи используются диапазоны S и Q. Это то, что будет, скорее всего, при нынешнем сеансе связи. Также мы имеем возможность использовать звуковой диапазон для прямой связи с наземными станциями. Спасибо большое, Олег Иванович. Ребята, я напомню, что Международная космическая станция находится на высоте 420 километров. Для преодоления этого расстояния сигналу требуется 1,4 миллисекунды, но нужно еще время на обработку сигнала, поэтому задержка ответов космонавтов составляет 3-4 секунды. Спокойно задавайте вопросы, терпеливо ждите ответов. Петр Дубров, Олег Новицкий, добрый день. Участники космического урока приветствуют вас. Вернемся к Международной космической станции чуть позже. Школьники из Иркутска экспериментально исследовали свойства СВЧ-излучения и готовы с нами поделиться результатами. Я продемонстрирую опыт по изучению взаимодействия радиоволны с металлом. Совместим оси антенн и убедимся, что радиосигнал проходит. Поместим металлическую пластину на пути радиоволны. Сигнал либо отразился, либо поглотился. Уберем металлическую пластину. Развернем приборы так, чтобы сигнал не проходил. Поместим металлическую пластину и видим, что сигнал отразился. Теперь посмотрим, как радиосигнал взаимодействует с нашим телом. Сигнал отразился. Таким образом, мы можем сделать вывод, что свободные электроны в металле отражают радиоволну. Наше тело частично проводит электрический ток, поэтому отражает радиоволны. Я продемонстрирую опыт по взаимодействию радиоволн с диэлектриками. Сначала возьмем излучатель и приемник и совместим антенну. Убедимся, что сигнал проходит. Перекроем излучатель парафиновой пластины и убедимся, что сигнал идет. Затем развернем антенны под углом 90 градусов и внесем в поле призму. Как видим, радиоволны испытывают полное внутреннее отражение относительно большой грани. Поменяем положение призмы и увидим, что радиосигнал испытал двойное преломление в диэлектрике. Вывод. Радиоволны в диэлектриках преломляются. Рассмотрим явление электромагнитного резонанса при последовательном колебательном движении, где у нас состоит из емкости и индуктивности. При частоте вынуждающихся колебаний своей идеальной формы возникает такое явление, как резонанс. Вот, мы можем настраивать. И если увеличить или уменьшить вынуждающуюся частоту, то генератора на 10%,
то амплитуда упадет в 6 раз. С помощью настраиваемой емкости мы можем настроить на определенную радиостанцию, то есть настроить на определенную частоту. Вот в данный момент мы настроились на определенную радиостанцию. В данном эксперименте использовались передающие и приемные устройства СВЧ-волн. А какие устройства используются для космической связи, Артур Александрович? Ну, основным элементом любой радиотехнической системы является антенна. Антенны бывают приемные и передающие. Также они могут быть и совмещены по приему и передаче. Передающая антенна служит для преобразования мощности электрических колебаний передатчика в мощности электромагнитного излучения. Приемная, наоборот, преобразует мощность электромагнитного излучения в мощность в электрических колебаний, которые далее подаются на приемник. Важной характеристикой любой антенны является ее диаграмма направленности. В режиме передачи диаграмма направленности определяет зависимость интенсивности излучения антенны от направления. В режиме приема она определяет зависимость мощности сигнала, принимаемой антенной, от направления на источник сигнала. У большинства антенн можно выделить на диаграмме направленности ярко выраженный максимум, который обычно называют главным. Шириной диаграммы направленности называют ширину главного максимума по уровню половинной мощности. Простым примером антенны является дипольная антенна, представляющая собой два тонких металлических стержня, расположенных соосно, к концам которых подается переменное напряжение. Длина диполя выбирается таким образом, чтобы она равнялась половине длины волны, соответствующей частоте подаваемого напряжения. В плоскости диполя диаграмма направленности имеет гантелеобразный вид. Максимумы направлены перпендикулярно диполю, минимумы параллельно. В плоскости перпендикулярной диполю диаграмма направленности диполя радиально симметрична. Одной из наиболее распространенных антенн космической связи является зеркальная антенна, которая представляет собой параболоид вращения, в фокусе которого расположен облучатель. Расходящаяся волна, формируемая облучателем, преобразуется зеркалом в плоскую и излучается в пространство. Часто применяются зеркальные антенны с двумя зеркалами – основным зеркалом параболического профиля и дополнительным – контрефлектором в форме эллипсоида или гиперболоида. Ширина диаграммы направленности зеркальных антенн варьирует от нескольких градусов до десятков угловых секунд. Зеркальные антенны являются простыми и надежными, обладают высокой направленностью, они широкополосные и сравнительно легко модернизируются под новые диапазоны частот. Очень многие антенны, как космические, так и в составе наземных станций связи, выполнены по схеме зеркальных антенн. В частности, большинство бортовых антенн геостационарных аппаратов являются зеркальными. Зеркальным антеннам также присущи недостатки. Это большие массы и габариты крупноапертурных антенн, а также высокие точности к профилю для высоких частот. В частности, в миллиметровом диапазоне отклонение профиля от заданного у зеркала должно быть не более 0,2-0,3 мм. Зеркальные антенны создают плоскую узконаправленную волну. Это преимущество позволяет использовать их для систем дальней космической связи. Олег Иванович, я верно понимаю? Да. Сигнал от зеркальной антенны может быть принят даже на самом краю Солнечной системы. Но совершенно верно, для этого и наземная антенна, условно говоря, и антенна космического аппарата должны быть очень точно сориентированы друг относительно друга. То есть и наземная антенна должна иметь устройство позиционирования, которое позволяет управлять ее положением с высокой точностью. И ориентация космического аппарата должна также поддерживаться с высокой точностью. Вот, например, сейчас сложилась уникальная ситуация с космическим аппаратом Voyager-1. Расстояние для него больше 20 миллиардов километров, и задержка сигнала больше 19 часов
но тем не менее до сих пор происходит обмен данными с этим аппаратом, и с него приходит научная информация, которая обрабатывается на Земле. Спасибо, Олег Иванович. Излучение антенны может быть не только направленным, но и иметь определенную поляризацию. Предлагаю вспомнить, что это за характеристика. Олег Иванович, правильно ли я понимаю, что пользователи... Прошу прощения, мне подсказывают, что с нами на связь выходит МКС. Петр Дубров, Олег Новицкий, участники космического урока, рады вас приветствовать. Доброго времени суток, мы тоже рады вас приветствовать. Как принимаете нас? Принимаем отлично, спасибо. Участники, школьники из Иркутска, ваши вопросы будут первыми, пожалуйста, задавайте. Как происходит настройка антенн для передачи данных в ультракоротковолновом диапазоне с МКС? Ну, скажем так, настройкой антенн мы не занимаемся, потому что они у нас все направлены, и поэтому для связи с Землей ни наведение, ни настройка антенн не нужно. Спасибо большое. Хорошо. При сеансе связи МКС с ЦУПом как часто происходят помехи и из-за чего? Достаточно сложно организовать высококачественную связь, когда в тракте передачи присутствует очень много, скажем так, участков. Допустим, если связь идет в сигнале УКВ, то сигнал достаточно чистый, и помехи тут могут возникать либо из-за свойств атмосферы, либо есть какие-нибудь источники мешающие. Но, как правило, мы общаемся через спутники или трансляторы. Здесь связь на каких-то участках цифровая, аналоговая. Вот. И помехи могут возникать на любом участке. Как правило, я думаю, что это происходит уже где-то на этапах передачи на Земле, где у нас иногда еще используются достаточно устаревшие участки, устаревшая техника. Но в целом связь достаточно хорошая, и если это и происходит, то ненадолго. Жуковский, пожалуйста, ваши вопросы. Правда ли, что можно с помощью системы ретрансляции луч проводить сеанс приема передачи информации вне зоны радиовидимости российских наземных станций слежения? Каким способом это стало возможным? После введения на орбиту наших спутников ретрансляции луч 5А, Б и В, вот, у нас появилась возможность полностью охватывать пространство, в котором движется Международная космическая станция. Благодаря этому мы постоянно можем быть на связи. Спасибо. Жуковский, ваш вопрос. Здравствуйте. Иногда в СМИ проходит сообщение, что радиолюбители общались с экипажем МКС. Как планируется сеанс связи? Вам есть установлены специальные антенны для этого? Пообщаться с нами на МКС. Как правило, можно подать заявку в установленном формате. Полет освободил Владимира Алексеевича. Так, мы не слышим МКС. А можно я попрошу ребят из Жуковского пока повторить вопрос, потому что слышно было его довольно тихо. Будьте добры, ребят. Иногда в СМИ проходит сообщение, что радиолюбители общались с экипажем МКС. Как планируются эти сеансы связи? На МКС установлены специальные антенны для этого? Как я уже начал говорить, что для радиолюбителей общаться со станцией.
У нас есть система радиолюбительской связи, и можно организовать общение в заданное время, подав заявку установленного формата. Вот. Но также мы сами можем выйти на связь с радиолюбителями. Если радиолюбитель имеет достаточно мощный передатчик, если у него антенна может отслеживать движение МКС, то в процессе движения он может его отслеживать. У нас имеется 4 радиолюбительские антенные системы, которые работают в частотах 144 и 430 МГц. Есть соответствующие антенны на этих частотах. Также есть 2 логопериодические антенны на частотах 1 и 2,5 ГГц. Эти все системы через дуплексеры объединяются с антеннами-переключателями внутри станции. И, соответственно, мы на этих частотах можем общаться с радиолюбителями. Спасибо. Город Москва, вам слово. Какую антенну нужно использовать радиолюбителю на Земле, чтобы поймать связь с МКС? На российском сегменте МКС с 2000 года работает российская система радиолюбительской связи. А наземный пункт должен просто обладать мощным приемником, направленной антенной со следящим приводом. А рабочие частоты у нас находятся в диапазоне 144-146 МГц. Спасибо. Москва, пожалуйста, следующий вопрос. Нужно ли космонавтам знать азбуку Морзе? Простите, не очень хорошо расслышал вопрос. Можно его повторить? Нужно ли космонавтам знать азбуку? Помогу ребятам. Нужно ли космонавтам знать азбуку Морзе? Да, ну, азбуку Морзе мы сейчас... Да, спасибо большое. Вопрос необычный. Ну, конечно, азбука Морзе – это очень надежный способ связи, который может работать при условиях. К счастью, у нас здесь есть большое количество достаточно высококачественных каналов связи. Это и голосовые зоны с нашего сегмента через спутники-ретрансляторы. Опять же, есть спутники-транслятора наших партнеров. И даже радиолюбительская связь тоже в какой-то степени может быть задействована как канал связи в случае отказов. Поэтому азбуку Морзе мы сейчас не изучаем, и, к счастью, ни разу ее применять не приходилось. Большое спасибо. Спасибо. Нижний Новгород, ваши вопросы. Как мы знаем, то у Юрия Алексеевича Гагарина есть позывной «Кедр». А вообще, для чего космонавтам позывные и используются ли они сейчас на МКС или во время доставки экипажа на МКС на корабле «Союз»? Я думаю, выбор позывного – это больше уже такая дань традиции, поскольку все-таки старт первого человека в космос проводился в режиме строгой секретности. И, наверное, чтобы не афишировать фамилию человека, летящего в космос первый раз, он выбрал такой позывной. И сейчас позывные экипажами также используются. Это, наверное, все-таки упрощает общение ЦУПа с экипажем в процессе полета корабля до станции, именно на этот период. Поскольку, наверное, все-таки проще назвать позывной, или командира экипажа, или борт-инженера, чем выговаривать полностью его имя, фамилия, отчество. Спасибо за вопрос. Спасибо. Жуковский, следующий вопрос ваш. Есть ли какие-то традиции у российских космонавтов, связанные с Днем радио 7 мая? Традиции, связанные с Днем радио, обычно празднуют люди, которые как-то имеют отношение к этой среде. Для космонавта все-таки работа с радиоаппаратурой – это маленькая часть огромного комплекса, большого количества задач, поэтому каких-то таких специфических традиций, связанных с этим днем, у нас нет. Но мы всегда, рады и благодарим тех специалистов, которые участвовали в разработке и сейчас занимаются обслуживанием
радиотехники, которая помогает нам успешно летать, выполнять свои задачи, постоянно поддерживать связь с Землей, потому что от связи с Землей, конечно, очень многое зависит. Поэтому всегда рады поздравить работников этой отрасли. Нижний Новгород, вновь слово вам. За какими животными наблюдают в ходе эксперимента Икарус? И наблюдались ли какие-то странности в перемещении птиц? Вообще, аппаратура Икарус создана в рамках международного соглашения между корпорацией Роскосмос и германским аэрокосмическим центром. Насколько я знаю, российские ученые устанавливали мини-передатчики на кабанов, сайгаков и черных дроздов. А немецкая сторона использовала датчики, которые устанавливались только на черных дроздах. И при мне, по крайней мере, с моей стороны, я не слышал какой-то либо информации о странностях перемещения именно птиц. Спасибо. Спасибо. Иркутск, вам слово. Здравствуйте. Какую территорию охватывает программа Икарус? Программа Икарус, естественно, разрабатывалась под ту территорию, которую может охватить МКС во время своего полета. И за 24 часа, за сутки покрывается приблизительно 70% поверхности Земли. Вот, ну, естественно, это в диапазонах полета, то есть где-то плюс-минус 55 градусов широты. Вот, ну, а полное покрытие всей поверхности Земли происходит приблизительно за трое суток. Спасибо, Москва. Следующий вопрос от вас. У меня такой вопрос. Во время выхода в открытый космос космонавты используют УКВ-передатчик дециметрового диапазона. Однако известно, что ультракороткие волны распространяются прямолинейно и огибают лишь предметы, имеющие геометрические размеры, соизмеримые с длиной волны. Каким же образом осуществляется связь с МКС, если космонавт выполняет обслуживание станции вне пределов прямой видимости? Спасибо. Вообще в процессе выхода для связи с космонавтами используются волны с длиной от 3 до 1,5 метров. Размеры станции, диаметр примерно соизмеримые с этими длинными волн. И причем на станции используются несколько антенн. За счет переключения между антеннами добивается эффект того, что связь с космонавтом не теряется даже в пределах, когда они находятся в пределах прямой видимости. Спасибо. Нижний Новгород, задавайте вопросы. Здравствуйте. Какие абонентные разъемы используются при создании конструкций, например, антенн в открытом космосе? Нижний Новгород, пожалуйста, повторите вопрос. Немножко связь пропала. Извините, а какие байонетные разъемы? При связи. А какие байонетные разъемы используют при создании конструкций, например, антенн в открытом космосе? Ну, таких обычных байонетных разъемов при работе в открытом космосе мы не используем. У нас используются специально разработанные для ВКД разъемы нескольких типов. У нас на российском сегменте это, как правило, высокочастотные и низкочастотные разъемы, которые имеют достаточно большие размеры, рифленую ручку, вот именно с наддутой до 0,4 атмосфер перчаткой скафандра ВКД. У наших партнеров есть свои типы разъемов, которые называются NZGL, также разработанные для работы в открытом космосе, ну, собственно, с теми же характеристиками. Да, и у нас есть еще один вопрос. Как сильно схоже водное пространство с микрогравитацией? Ну, как вы ощущаете потерю веса и движения в воде и в невесомости? Спасибо за вопрос. Но на самом деле, специальный вид подготовки для внекорабельной деятельности космонавтов. И действительно, ощущения при нахождении в водной среде и в невесомости довольно похожи.
Но тем не менее есть отличия, поскольку мы все равно чувствуем свой вес, когда входим в скафандр перед погружением. Если работаем где-то на боку или вниз головой, то идет прилив крови к голове. Это тоже. И, конечно, все-таки рефлекторно сохраняется желание в случае отхода от станции поработать как в водной среде именно руками. Вот. Все этого мы не можем наблюдать в невесомости. Но в целом условия подготовки очень схожи, и поэтому они очень востребованы в процессе подготовки космонавтов к выходу в открытый космос. Спасибо, Жуковский. Ждем ваших вопросов. Какие перегрузки при взлете или посадке оказывают ли они какое-либо влияние на здоровье людей? Сразу попрошу повторить вопрос, не было слышно местами. Какие перегрузки при взлете или посадке испытывают космонавты? Оказывают ли они какое-либо влияние на здоровье людей? Перегрузки, наверное, один из основных факторов, которые оказывают космонавтов. Они примерно одинаковые. При старте максимальная перегрузка составляет приблизительно 3,5 единицы, 3,55. Максимальные пики, как правило, достигаются перед отделением ступеней. Самый высокий, вот этот 3,5, это перед отделением первой ступени. Перед отделением второй порядка 2,2, ну и близко к 3 перегрузке перед отделением третьей ступени. На спуске чуть-чуть посильнее, как правило, порядка 4 единиц, 4,2. Но перегрузки на спуске сильно зависят от вида спуска. 4,2 это штатный. Если вдруг по каким-то причинам нужно будет перейти на баллистический спуск, то там уж перегрузки могут достигнуть 8 единиц. Ну, все это человек может перенести без каких-либо последствий для организма. Ну, если, естественно, он при этом находится в своем ложементе, в скафандре, то есть выполняются все требования безопасности во время перегрузок. Вот регулярно на медицинских комиссиях мы проходим испытания на центрифуге, где мы испытываем похожие, приблизительные до 5 единиц перегрузки, поэтому нас регулярно проверяют и следят, что это не оказывает какого-то влияния на наше здоровье. Спасибо, Жуковский. Как я знаю, у вас есть еще один вопрос. Адаптировать к условиям невесомости. Совпадают ли ваши ощущения с теми, которые вы испытывали от тренировок на Земле? В процессе подготовки космонавт выполняет тренировки в невесомости, находясь на борту самолета Ил-76. Но там режим невесомости стоит кратковременно, порядка, наверное, 20 секунд. Где-то за один полет выполняется порядка 10 режимов. И ощущения, естественно, очень похожи, но дело в том, что когда идет длительное воздействие невесомости, организм реагирует более сильно. А процесс адаптации происходит у всех по-разному, причем с каждым последующим полетом этот процесс происходит все быстрее и быстрее. Если во время первого полета процесс адаптации занимал, наверное, где-то около недели все-таки, то сейчас во время третьего полета, в принципе, его как такового не было. То есть организм очень быстро вспоминает ощущения, которые испытывал раньше, и очень быстро перестраивается. Москва, прошу вас задать оставшиеся вопросы. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Слой и известно, что состав ионосферного слоя F зависит от солнечной активности. Днем этот слой имеет большую ширину, а ночью меньшую. Влияет ли на качество радиосвязи эта разница при передаче данных с МКС на Землю? Да, конечно, влияние есть, но системы, приемопередающие системы рассчитаны таким образом, чтобы их мощность перекрывала вот это влияние атмосферного слоя, поэтому практически незаметно, и на качество связи эти изменения практически не отражаются. Здравствуйте. Как сильно влияет солнечная активность на работу оборудования об МКС? Существуют ли способы защиты от этого не только оборудования, но и членов экипажа? В
Солнечная активность, безусловно, вносит свою лепту в работу оборудования, но это не критично, поскольку все оборудование, которое предоставлено на борту станции, оно сертифицировано для работы в данных условиях. Естественно, когда у нас, допустим, солнечные орбиты, то очень сильная нагрузка идет на систему теплового регулирования. Вот. Выходы в открытый космос также в период солнечной активности не выполняются, чтобы изберечь здоровье космонавтов. Но в целом все системы станции работают без замечаний, и также организм человека защищен, причем даже при вспышках на Солнце, активной солнечной деятельности, экипажу может быть рекомендовано больше находиться в тех местах, которые наиболее защищены. То есть там, где есть наибольшее скопление оборудования. Но в целом за опыт всех полетов, в принципе, таких случаев не было. Большое спасибо экипажу российского сегмента МКС за интересную беседу и возможность прикоснуться к экспериментам космического масштаба. Петр Дубров, Олег Новицкий, мы желаем вам интересной научной работы и новых открытий. Спасибо огромное. Всем на Земле тоже удачи, успехов и здоровья. Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Излучение антенны может быть не только направленным, но и иметь определенную поляризацию. Предлагаю вспомнить, что это за характеристика. Продольная волна – это волна, при распространении которой смещение частиц среды происходит в направлении распространения волны. Поскольку для распространения продольных волн нужны только молекулы среды, такие волны распространяются как в твердых телах, так и в жидкостях и в газах. Примерами таких волн могут являться акустические упругие волны и звуковые волны в воздухе. Поперечная волна – это волна, при распространении которой смещение частиц среды происходит в направлении, перпендикулярном распространению волны. Механические поперечные волны возникают только при наличии поверхности. Примером поперечных волн также являются электромагнитные волны, так как колебания напряженности в электрическом и магнитном поле происходят в направлении, перпендикулярном направлению движения волны, а также перпендикулярно друг другу. Поляризация – явление выделения из естественного света световых колебаний с определенным направлением напряженности. Естественный свет – это электромагнитные волны, в которых колебания вектора напряженности лежат в разных плоскостях после прохождения поляроида. Остаются волны, в которых вектор напряженности лежит в одной плоскости. Для описания поляризации электромагнитной волны достаточно знать положение только одного из векторов. Обычно для этого рассматривается вектор напряженности электрического поля. Если направление колебаний с того вектора каким-то образом упорядочено, свет называется поляризованным. Экспериментально впервые обнаружил явление, в котором проявляется поляризация света, датчанин Эразм Бартолин в 1669 году, а Кристиан Гюйгенс подробно исследовал это явление и описал его закономерности. Это открытие можно считать доказательством поперечных световых волн. Свет от естественного источника. Свет после прохождения первого поляроида. Мы наблюдаем, что интенсивность света понизилась. После прохождения второго поляроида, который перевернут на 90 градусов, света практически не осталось. Также волны различают по геометрии фронта волны. Круговая волна – это волна, волновые поверхности которой представляют собой совокупность концентрических сфер. Примерами являются волны, генерируемые точечными источниками в однородной двумерной среде. Линейная волна – это волна, волновые поверхности которой представляют собой совокупность параллельных друг другу плоскостей. Примером плоской волны – волна, возникающая в цилиндре с газом при совершении колебаний поршня. Артур Александрович, а для связи обычно используется поляризованное излучение? При линейной поляризации излучения необходимо ориентировать плоскости поляризации приемной и передающей антенны так, чтобы они совпадали. В случае несовпадения возникают дополнительные потери или даже невозможность приема сигнала. При распространении электромагнитных волн линейной поляризации через ионосферу происходит поворот их плоскости поляризации.
в метровом и дециметровом диапазонах угол поворота может быть весьма значителен, поэтому в этих диапазонах применяются антенны с круговой поляризацией. Одной из наиболее простых антенн с круговой поляризацией является спиральная антенна, которая состоит из винтовой металлической спирали, расположенной над металлическим экраном. Шаг и диаметр витка подбираются таким образом, чтобы максимум диаграммы направленности был направлен в осевом направлении. Обычно используется 7-8 витков, ширина диаграммы направленности спиральной антенны около 40 градусов. Иногда для расширения диапазона частот используется нецилиндрическая, а коническая спираль. Примером спиральной антенны, применяемой на практике, является спиральная антенна в составе космического аппарата группировки «Гонец», работающая в метровом диапазоне. Космическая группировка «Гонец» обеспечивает персональную голосовую связь по всему земному шару. Спиральные антенны достаточно простые в производстве, но у них есть один недостаток. У них только один вид поляризации, либо левая, либо правая. Спасибо, Артур Александрович. Итак, запомним, что в космической связи используется излучение с круговой поляризацией. Поляризация, как интерференция и дифракция, это явление, которое характеризует волновое движение. Предлагаю вспомнить эти элементы волновой теории. Добрый день. Сегодня мы вспомним явление дифракции. Дифракция – это явление огибания волны препятствия. Оно представляет собой универсальное волновое явление и характеризуется одними и теми же законами при наблюдении волновых полей разных природ. То есть оно сопровождает любой процесс распространения электромагнитных волн вне зависимости от длины волны и среды. Именно дифракция ограничивает разрешающую способность оптических приборов, например, телескоп. Правильно. Вот, например, у нас есть формула дифракционного предела. Дифракционный предел — это такое угловое расстояние между двумя объектами, при котором эти два объекта будут видны как раз как два объекта, а не как одно единое целое. Вот как раз формула. 1 на 22 — это число и коэффициент. Лямбда — это длина волны, за которой мы наблюдаем. А d — это диаметр телескопа или там фотоаппарата, ну, то есть того объекта, кем мы наблюдаем. Можно вспомнить про то, что в дифракции есть два частых случая. Исторически так сложилось, что есть два случая как раз. Это дифракция на щели и дифракция на отверстии. Дифракция на отверстии – это дифракционная картина, которая наблюдается при небольшом расстоянии от препятствия. При условии, что основной вклад в интерфункционную картину вносит границы изображения. На рисунке схематически изображен непрозрачный экран с отверстием. Слева от него находится источник света. Изображение фиксируется на другом экране, справа. Вследствие дифракции свет, проходящий через отверстие, расходится, поэтому область, которая была затемнена по законам геометрической оптики, будет частично освещенной. В области, которая при прямолинейном распространении света была бы освещенной, наблюдается колебание интенсивности освещения в виде концентрических колец. Дифракция на щели – это явление, возникающее при прохождении света через щель в непрозрачном экране. Тогда на экране, отстоящем на некотором расстоянии, появляется вот такое распределение интенсивности. Говоря о дифракции, нельзя не упомянуть принцип Гюйгенса-Френеля. Каждый элемент волнового фронта можно рассматривать как центр вторичного возмущения, порождающего вторичные сферические волны. А результирующее световое поле в каждой точке пространства будет определяться интерференцией этих волн. Так мы, если посмотрим на картинку, то мы видим, что приходит плоский фронт. После прохождения через щель он преобразуется в сферический фронт. Говоря об истории этого эффекта, можно следует упомянуть, что сам Гюйгенс открыл его в 1678 году, но при этом он не смог его нормально объяснить. И только в 1818 году Френель как бы его доказал математически и физически, и поэтому этот принцип носит двойное название – Гюйгенс-Френель. Опираясь на волновую теорию и развитие микро- и нанотехнологий, конструкторы разработали антенну, которая совмещает в себе работу нескольких антенн, динамически изменяя диаграмму направленности. Артур Александрович, как этого можно достичь? С помощью фазированных антенных решеток. Фазированная антенная решетка представляет собой полотно излучателей, расположенных в определенном порядке и работающих в когерентном режиме.
Помимо полотноизлучателей, в состав фазированных антенных решеток входит система распределения мощностей и блок фазовращателей. В режиме передачи система распределения мощностей распределяет сигнал от передатчика через блок фазовращателей между всеми излучателями. Далее сигнал излучается в пространство. В режиме приема сигналы, принятые каждым излучателем, проходя через блок фазовращателей, суммируются системой распределения мощностей в общем приемнике. При этом направлением главного максимума диаграммы направленностей такой антенны можно управлять. Если рассмотреть линейную антенную решетку с 8 элементами, как показано на рисунке, можно видеть, что излучение каждого элемента запаздывает по фазе относительно всех ниже расположенных. При этом, складываясь в пространстве, поля каждых излучателей преобразуются в плоскую волну, распространяющуюся в заданном направлении. Обычно излучатели располагаются на расстоянии около половины длины волны друг от друга. При этом, чем больше излучателей, тем уже диаграмма направленности решетки. Первые фазированные антенны решетки выполнялись по классической схеме с общим передатчиком и приемником, схемой распределения мощности и фазовращателями. Однако при создании антенн космической связи такая схема не нашла широкого распространения из-за больших потерь. Попытки снизить потери привели к созданию квазиоптических антенных решеток, фазированных антенных решеток отражательного и проходного типа. По своему принципу действия они во многом похожи на зеркальные антенны. У них есть облучатель, который также облучает полотно излучателей сферической волной, а блок фазовращателей при этом преобразует сферический фронт волны в плоский и при необходимости осуществляет сканирование. Дальнейшим развитием концепции фазированных антенных решеток стало создание активных и цифровых фазированных антенных решеток. Последние вообще лишены какой-либо схемы распределения мощностей. Каждый излучатель подключен к своему приемнику или передатчику, а управление диаграммой осуществляется программными методами. В настоящее время активно развиваются спутниковые группировки связи с множественным доступом, в которых необходимо создание антенн, способных осуществлять формирование сразу нескольких независимых лучей. Примером является группировка Иридиум. На рисунке показан аппарат Iridium Next. Вот, на нижней поверхности видна фазированная антенная решетка L-диапазона частот, которая формирует 48 независимых лучей и обеспечивает предоставление услуг подвижной связи и передачи данных. Большое спасибо. Итак, мы узнали о четырех видах антенн, которые использовались и используются для космической связи. Это диполь Герца, зеркальная антенна, спиральная антенна и фазированные антенные решетки. Можно ли сказать, что последние постепенно вытеснят все остальные? Ну, вы знаете, все-таки антенны подобного типа довольно сложны и дороги в изготовлении, поэтому они применяются именно там, где это на самом деле необходимо. Например, это антенны подобного типа применяются в системах сближения и стыковки, если мы говорим о пилотируемых полетах. Также могут применяться для связи с низкоорбитальными спутниками связи. Это, например, Starlink американская система, британская OneWeb или отечественная система Сфера. Во многих других случаях достаточно антенн других типов, например, зеркальная антенна. Как, например, для организации связи с геостационарным спутником, где достаточно просто один раз направить антенну, и дальнейших воздействий не требуется. Большое спасибо. Ребята, осталось всего несколько минут, и я прошу вас поделиться своими впечатлениями от урока. Жуковский, вам слово. Опыт и новые знания, за которые мы благодарим космонавтов и экспертов. И до новых встреч. Большое спасибо. Ребята из Москвы, что впечатлило вас? На нас особое впечатление произвело то, что у вас возможность пообщаться с космонавтами напрямую с МКС, также со сверстниками, находящимися из других городов России. Особую благодарность выражаем организаторам космического урока, которые предоставили такую возможность пообщаться с космонавтами. Благодарность космонавтам за то, что они ответили на наши вопросы. И хотим пожелать им успешно завершить свою миссию.
Большое спасибо. Нижний Новгород, что понравилось на уроке вам? Настроение у нас отличное, впечатление у нас замечательное. Мы очень рады, что мы смогли принять участие в этом космическом уроке. С первого класса у нас космос каждый день. И завершение 11 класса — такой подарок, космический урок. Спасибо большое. Спасибо. Иркутск, какие эмоции у вас? Отлично. Мы впервые смогли пообщаться с космонавтами. Было здорово и интересно. Спасибо за эту возможность. Спасибо всем городам. Я благодарю за урок Олега Скрипочку и Артура Аджибекова за участие. Спасибо большое. Я бы хотел еще раз сказать пару слов о важности систем связи, поскольку система связи — это и голосовая связь с экипажами космических кораблей, это прием научной информации, это прием телеметрическая информация о состоянии космических аппаратов, это команда управления, и без системы связи и просто и освоение космоса было бы невозможно. Поэтому развитию систем связи уделяется большое внимание, и также все системы, и наземные, и бортовые, глубоко резервированы. Большое. Еще раз спасибо за внимание. Спасибо. Артур Александрович, вам слово. Спасибо за внимание, был рад пообщаться. Желаю ребятам успехов в освоении космических технологий. Всем большое спасибо за урок.